Гарай. А решил пробить Гарай и здорово обыгрывает. Подает. Удар, Вице. Дача. Удар и... Халк, Смольников. Подача. И Дзюба. Сделал, его подставил ногу. Как разыграли легко-то, смотрите. И Дзюба. На правом фланге один Саев. Ну а по штрафную Янюков. Все, он уже перед угла штрафной. Вошел в штрафную. Удерживает мяч. Дзюба и гол! Гол. Я чувствовал это, ну, что есть возможность. Смотрите, Халк где уже с мячом. Штрафной. Вот здесь он подставляет плечо, улетает защитник Рафинья. И Дзюба точненько, точненько кладет, как в бильярде, в угол, в лузу шар этот. Молодец, Дзюба. 1-0, Зенит впереди. Красивый гол, а? Исполнение, исполнение какое. Какая подсечка. Голевой пас Халка. Ну и мастерскую. И великолепный пас Халку. Халк на острие атаки обыгрывает Рафинью. Еще раз. Показывает. Успеет? Ох, какая ошибка! Удар и гол! Ох, какая комбинация из Бельгии. Кумс проходит штрафную. И восьмой номер один. Да, вот здесь, конечно, то ли Гарсия не добежал, то ли еще кто-то. Но нельзя, чтобы вот так свободно входил футболист соперника в штрафную. 1-1. Пас Шатов. Удар и гол. Перекинул. Какой гол, а? Вот здесь Дзюба увел за собой. Вне игры нет. Дзюба был в осаде, но это пассивный. Видите, первым касанием подыграл, посмотрел, оценил ситуацию. Ну и Халк хорош. Великолепен Халк. И браво Шатову. Два мяча, два футбольных произведения. Халк Дзюба и Халк Шатов. 2-1. Но вы знаете... Ф. Удар! Ох, как опасно! Подача. И еще удар.